Депутаты городского собрания Сочи в числе других вопросов решали судьбу имущественного фонда города. Он приносит доход в городскую казну от сдачи в аренду. Но сами арендаторы хотят приватизировать эти помещения. После бурного обсуждения участники заседания территориальной депутатской группы Центрального района пришли к единому мнению, что необходимо сохранить муниципальные квадраты и получать выгоду от аренды. Например, только одно помещение адвокатской конторы Новоровского дает бюджету в год 12 миллионов рублей. Положительное решение принято относительно выделения земель сочинским казакам. На ближайшей сессии будет рассматриваться вопрос перевода 6 гектаров в категорию земли сельхозназначения. Также обсудят вопрос передачи имущественного комплекса МФЦ на баланс края, что позволит сэкономить 160 миллионов рублей в год. МФЦ осуществляет функции, часть краевых функций, большую часть, и часть муниципальных. Содержание находилось на, так сказать, на бюджете города Сочи. Значит, ну сейчас принято распоряжение Краснодарского края о переводе МФЦ весь в край. И мы передаем в оперативное управление краю.